це обесцінює і нашу грошову систему, і якось відношення до неї. В этом видео я расскажу про новую банкноту 1000 гривен, а ведь сегодня, 25 октября, ее вводят в оборот. Почему ее вводят именно сейчас? Чего ждать от появления этого номинала? И как быть с монетами 1, 2, 5 копеек? Можно ли их еще куда-то сдать? И как на этом заработать? Если тема интересна, продолжайте смотреть.